Основная цель операции – выявление автомобилей, тонировка стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа. В соответствии с техническим регламентом не допускается наличие на стеклах автомобилей дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзор водителю. По ГОСТу лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние и боковые – не менее 70%. Здесь 23. Усиленные рейды прошли во всех районах города. Только за один день было составлено более 100 административных материалов в отношении водителей, которые допускают нарушения правил тонировки автомобильных стекол. Нарушителям не только выписали штраф, но и предложили тут же на месте снять тонировку. С начала года сотрудниками госавтоинспекции Сочи составлено свыше 10 тысяч административных протоколов за управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена.